все. Вот отсюда будет распределяться даже, кому надо все эти медикаменты, все будут сюда приезжать и забирать. Вся армия, все направления, то есть угледарское направление, группировка Днепр, запорожское направление, группировка Север получает, на Курск мы тоже отправляем, ну и, конечно, вся Донецкая линия фронта, а также получают все больницы, потому что у нас нет госпиталя, и у нас в каждой больнице есть койко-место, которое отведено под Министерство обороны, и все эти отделения, они прибывают, и мы их дооснащаем, конечно, они все сюда дорогу знают. Но также гражданским больницам мы тоже не отказываем, потому что очень много и пострадавших, и с освобожденных районов привозят, поэтому, так сказать, еще работать и работать. Да. Здесь же также, кстати, тоже 57-й полк сюда приезжает, и здесь что-то тоже брался, здесь нас неоднократно выручали. Хочу передать огромную благодарность от нас, от военных врачей, которые работают в зоне СВО, от раненых и больных, которым мы помогаем, за предоставленную гуманитарную помощь, лекарства, оборудование, медикаменты и все остальное, что нам пришло, потому что нам это очень необходимо. Всего, как всегда, не хватает. Вот. И если бы не было волонтерской, гуманитарной помощи, мы бы не смогли так эффективно и быстро решать поставленные перед нами задачи по спасению жизни раненым и больным. Поэтому выражаю огромную благодарность женскому движению «Верим в тебя, родной». Выражаю огромную благодарность спортивно-патриотическому клубу «Ярополк». Выражаю огромную благодарность коллективу промышленности и торговли. И выражаю огромную благодарность русскому гуманитарному обществу. Всем вам спасибо. Победа будет за нами.